Я рад приветствовать вас всех на нашем канале. Очередной выезд. Сегодня в новой компании. Мы с этими автомобилями еще ни с кем не ездили. Пригласили. Во, парни, работают на камеру. Отлично, отлично. Ни хрена не видно. Как ваши предвкушения в сегодняшнем дне? Ну так, пойдет, мы не пьем просто сегодня. Вообще? Вообще. Скучные люди. Зачем вы поехали вообще? Лучше бы дома остались. Машину испытывать просто. А, новая. Все. Это хорошая игра. Все, вон подъезжают. Будет вести нас сегодня Игорек. Фронтера на военных мостах. 35-й ЦСТ. Здесь две пневмы на пятаках. Смотрите, кто у нас штурманит сегодня. Вот он, вот он. Шевик, 31-й Сильвера. Ребятки, предыдущее видео. Спасибо, что так активно комментируете. Конкурс будет 26 декабря. В следующий раз будем проводить немножко пораньше, но тем не менее. Погнали. Думали по одному маршруту ехать, потом по другому. В итоге нас Игорян повел по третьему маршруту. Едем скайпом. Сереженька, первый раз на серверах. Чуть попозже расскажу, что Серега сделал. Тут много всего переделано. Сильвера топ. Едем в дво. Че? Сильвера топ. Человек с нартеков перешел. Реально, оно того стоило. Кайфовый цвет, просто вот, не знаю, мне визуально просто кайфует это, вот эти арки сделанные, блять, ну, есть хороший УАЗик, я не спорю. Так, давайте пока остановились, обзор машин, вот эту только собрали, здесь нивовский мотор, пневмоблокировки, Сильвера 32 на 9,5, 33 на 9,5, но они 32, блядь. 32,2, ладно. Да. А, что по мотору у тебя? Волга пиленная, клапана Т-образные, форсунки волговские, паук, низ заводской. Ну, отшито, естественно. У тебя сзади блок, а спереди пневма. Сзади 100% эффект, да. Спереди пневма, да. Да. Вот. Ну, это гранатовый УАЗ, как хотите, так и понимаете. Шевик. По Шевику Иштехна сзади вижу, по-моему, Иштехна спереди, не помню, что там. Вот они, сегодня штурманы, команда штурманов. Или вас нельзя... Да, они мажоры все, все на пневмах. Они пиздец, даже, на да. Ездили, да, да. Да, 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 да. Тут так... у нас телевизоры там. Пацаны, да, это не спорт тебе, Костян. Пиздец, у меня ничего не регулируется. Короче, у пацанов... Смотрите, тут просто телевизоры, раздатки с кнопочек включаются. Вот, вот, видите? Вот это вот. Я начинающий. Так, вот эту недавно купили, обкатывают. И два УАЗика. Один тестят, второй уже с открытым капотом. Ну, это нормально. Еще где-то местный УАЗ есть. А, вон, еще один УАЗ. Это местные пацаны тоже на белках. Так, ну тут пятаки. Тоже две пневмы. Питерские. Какой-то, говорят, модный салон. Вот так вот у пацанов все красиво. Тоже все красота на кнопочках. С кайфом. Погодка, кайф, тепло, неделю дождей, сыро, едем не очень длинный маршрут, но очень грязный в конце особенно будет, сейчас просто на хребет поднимаемся. Так, УАЗик объезжает дерево. Хорош, теперь сюда давай.
зашел. Так. Вот здесь Костян штурманит сегодня. Спокойненько. Тут тоже без проблем. Вот, ребята, честно, каждый выезд открытие. Ну, красивая же машина. Ну, не могу я. Морда не работает. Отлично. Так, очень близко стою. Надо упасть. Третий сильвера едут. Чего надо? Тестирую тачку, первый выезд у него после покраски, сборки. Без проблем. На холостых. Вай, мама, что Нива делает, а? Я ж тебе говорю, в натяжечку, вообще не напрягаясь. Не сдал. Вот, блядь, нравится. Маленький вид такой, он совсем по-другому видит. Ладно, еще один проведем. Сейчас. Что там наклацает? Come on.
местные пацаны, местные. Какой кадр. Сейчас упадем. Вообще стабилизация работает. Ребят, ну у нас сегодня такой маршрут, что ну снимаю много из машины, извините, мы едем. Я же думаю, Сережа прямо поедет. Нахер Сережа ее собирал. Сережа разблокировал. Время обед. Стоим уже минут 30-40. Там где-то в лесу УАЗик поломанный, с бензонасосом проблема. Тут рулевая колонка поломанная. Ну ее сейчас поменяют. Из города привезут другую. Братья-мотоциклисты. В общем, всякое бывает в лесу. Главное не унывать, да, Серега? Ситуация. Остаемся мы с Сереженькой. Остается 102-я. Вот такой вот редуктор уже снят. И сейчас байкеры, друзья наши с горячего ключа, точнее Александр, который на котлете на 40-х колесах. Мы давно его не видели. Он сейчас занимается... Катается на байках. Так, у Нивы минус лебедка. Поэтому, если что, будет на шнурке. На галстуке. Гранат. Кайфовый. И местные пацанчики. Мы остаемся. Выезжайте. Мы догоним на подъеме. Все, отпускаем колонну, починимся и догоним. Решил скитрить. Ать, развесился немного. Держишься.
звук у тебя прикольный. Пусть выходит, не хватает. Лебедка у вас, пацаны. А пусть попробуют. Нахуя. Да глянь на него. Он как корова на льду, глянь. Вот пацаны, дорогу делают. Лебедкой. Да бля, пусть поднимутся. Ну что, дай попытку хоть одну сделать. Вот сюда прайпа. Вот все изи, на всех блокировках. Газ, пол, пуши, блядь. Руль ровно лежит. Если на второй подумаешь, что не хватит, то не успеешь прибыться. Первое – вообще все. Потому что они уже прокопали до такого прокопания. Вас и вы. Кадры вам. Подъем очень классный. Грязевой. Шикарнейший просто. Да, вот здесь корни сейчас убрали, серьезно, на нивах можно в отсечки просто делать. А-тан-тан-тан-тан-тан. Вот так вот прям. Либо ра-та-та-та-та, кто как говорит. Давай, 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 давай. Хорош. Ой! Чуть было не было. Сразу на второй попробуй. Сильно не туши пока. Вот здесь попробуй просто рулем выкрути. Попробуй сейчас руля. Пошел, пошел, пошел. Вот, все, он зацепился и все. А это что мы сделали с Виталиком, а? Колечки обрубили. Вот и все. А теперь УАЗик. УАЗ тоже неплохой, молодец, но немножечко до Нивы, конечно, ему далеко. Да, молодец. Он прям отлично идет. В дерево, в дерево, 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 братан. Газуй. Туда, 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 туда. УАЗик с Алтай-Болтай, блядь. Смотри, он зашел сам в натяг. Смотри, сцепление палят. Газом, газом, газом. Газу, 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 газу! Для вас прошло 2 секунды, для нас прошло 2 часа. Парни, байкеры, сгоняли в город, привезли нам рулевой редуктор. Вот он, Санечек едет, смотрите. Ах, герой! Вся колонна уехала. Сейчас соберем машину и поедем их догонять. Нам еще рубиться и рубиться. Вали, да? Санечек, ну, я так рад, что ты не УАЗ-завод сегодня. На самом деле, огромное спасибо. Вот, смотрите. Али, это, да, как там? Яндекс.Доставка. С Яндекс.Доставка. Снегу как-то. Он мокрый, просто. Физически сложно, да, эта херня вся? Конечно, управлять тяжело. Так, Санечек, ну давай в двух словах. Это китаец, трехсотка, на хорошей подвеске, я так понимаю, да? Да, жирная резина. На хороших звездах. Да, цепь хорошая, дидовская стоит уже. То есть мотоцикл.
был куплен в пределах 260. Ты меня говори, а не туда. В пределах 260 тысяч был куплен. И тюняшек еще тысяч на под 50 уже вышло. И на тебе, в принципе, экипировка еще 1200 мы посчитали, да? Чуть меньше. Ну, окей. Ну, короче. Свой кайф, пацаны. Вот реально, кайф свой, конечно. На УАЗике и на Нивах, то есть, ну, свой кайф. На мотике другой кайф. Тут физически больше устаешь, но при этом всяких больше возможностей у тебя открывается в плане проездов, скорости, как видите, опять же, немаловажный фактор. И также поломки, то есть, вот мотоцикл уже сколько? 1.5-2 месяца, тьфу-тьфу-тьфу. Ни одной поломки пока нету. Давай на самом деле такой отметим очень важный факт, что эта техника актуальна, наверное, все-таки в нашем крае, потому что сегодня 17 декабря и тепло. 17 градусов. Естественно, но опять же, не забываю, что как это там называется? Сноубайк. Сноубайк, совершенно верно. Ты ставишь гусеницу за 145 тысяч и лыжню, и поехал не хуже снегохода какого-то определенного. Здесь, конечно, разница колоссальна. А то недели были в Туапсе, там вообще сухо. То есть там ты едешь по горам, по низам. То камни, есть, да. Камни и пыль ты уже поднимаешь, то есть уже все потихоньку едут. Здесь, опять же, сколько? 17 градусов тепла. И возможности открываются все равно больше. Ну и давай, наверное, все-таки третий вопрос, который большую часть аудитории, все-таки, которые смотрят давно. Блядь, где УАЗы? Ну где? Просто у нас ни разу, ты ж купил еще один УАЗ. Его ни разу мы не засвечивали. Ну потому что он не доехал, блядь. Первая покатушка УАЗика была куплена на порталах. Довольно-таки боевая машина хорошая. Только с асфальта съезжаем и ломаем тягу. Она просто у нас вот так вот гнется. Ну ничего, это была зима тогда у нас, когда мы бились тут все вместе. И слава богу, что она там на самом деле сломалась у нас. А не где-то в горах. А не где-то в жопе. Потому что у нас мы тогда на Ванином УАЗике ехали очень долго и очень тяжело пробивали тогда. С учетом того, что клиренс был очень высокий на машине. Ну да. И запас прочности был. Мы очень долго бились. А так, конечно, сейчас погрязнее станет, увидим. Короче, выезд будет. Однозначно. Все, добро. Ну а мы продолжаем. Я такие маршруты пиздец как люблю. Вот для чего УАЗик нужен. Что, доезжать до... До Нивы, да. С кайфом зато, смотри, не ебать, не хуясь. А, бабь, люк у человека. Музычка, все дела. Там ребята где-то редуктор рулевой меняют на Ниве, нас догоняют, потихонечку ждем их. Большой колонной пока двигаемся, они нас догонят две машины. А ну-ка, по прямой, да, не включай, ничего не надо, зачем? Опачки, с кайфом, плюс 17 в декабре, хвойный лес. Сережа, сколько ты не был в лесу? На своей машине не был 5 месяцев. 5 месяцев, ребята. Готовилась тачка. Нам налево. По-моему, да? Да. Нет, да, нет, 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 прямо пошли. Ну ладно, пах. Вот он, вот он. А ну не гони. Все, парни, поехали. Вот, вот так вот должен ездить квадрик. А то, что он за нами там едет, это все херня.
Сильвера-то сила, а? Сильвера, да, но скользко, я даже не могу ходить. Отойдем туда, Жень. Расскажу про Сережин спек. Получается 24 сзади Иштехно, хардблок спереди, хардблок СРПМ спереди от него вотца, 27 снаружи, 27 внутри, усиленная ступица, все амортизаторы Паджеро, сзади пружины плюс 100 без проставок, спереди плюс 70. Заниженная раздатка 3 к 1, двигатель почти 2.0, там 1.9, прошивка и, ну, карданы, пары 4 и 3 от копеечных. Получается, вот такой новый спек собрал Сережа, плюс на сильверах, раньше он был на нортеках, и на узких джимниковских дисках. Серега, ни одной лебедки еще сегодня. Просто ржавый, новый. Да. И немножко плюшек от Т-плюс на всякий случай, да, чтобы было. Большой Т-плюс, будем пользоваться обязательно сегодня, по-любому будем кого-нибудь тянуть. Обязательно, нам еще впереди, вот за этим бугром, очень интересное место. А мы, штурманы, работаем дальше. Итак, даже не знаю, буду вставлять это видео или нет. Немножко проехали, догнали колонну, снова привал на Опеле Лопнера Рессора. Они во что? Сила. На сильверах. На сильверах 30. Ты прям сегодня и вообще... Выводит красавчик вообще. И хардблок, ребят. Вы топ. Пока все держат, все обалденно. Хардблок. Свяжитесь с нами. Пожалуйста. А давайте, да, нам на тест. Мы сломаем все? Да. У меня ломалось все, ребят, честно. Вот все. Иштехно, Питер. Без блок, без блок, без блок. С блоками. А, с блоками? Да. Сзади? Да, со всеми. Со всеми? Да. Ты рулишь так, с передней блокой? Я крепкий. А куда я хуй знаю? Да, сюда поехали. Перед я выложу. Хорошо, вот. Ну, наверное, да, сюда. Оп! Сереженька, кайфует, тачка в отсечке. Тачка вообще кайф. Зеленка поднялась. Подъем, ребятки. Ну, напомню в очередной сотый раз, что никогда
камера не передаст реального рельефа. Горизонт вот так. Тридцать первый сильвера. Вы меня слышите? Ты хоть что-нибудь снимал? Костя штурман первый раз. И сзади сильвера. Вообще не едут. Вообще не поднимаются. Пятьсот десятый топ. Ага. Я сильнее на плече тяну, чем они едут. Да? Человек за два года оффроуда первый раз штурманит. Я же пил сегодня, что не пил. Я не могу уже. Сколько? Третья, четвертая лебедка? Шестая, блядь. Ты считаешь? Серьезно? Кипит? У меня новые подкрутки есть! Это легкое было, поэтому я взял с собой. Штурман молодец. Это лайтовый выезд, если что, ребят. Все нормально. Сейчас будем бахать. Даня уже раз 15 пожалел. В общем, сейчас отпустим, поедем. И завтра будет новый день. Вот он уже переключиться должен был. А ну. Опачки. День номер два. И мы снова в строю. В малом количестве. Сереженька. Во, нашел бутеры. Ребятки, мы уже в горах. Ночь прошла слишком шикарно, чтобы об этом рассказывать. Слишком крутой подъем, чтобы я спустился до конца. Но это будет интересно. В общем, едем сегодня в грязь. А вон поселок, где, кстати, мы сегодня ночевали.
рубятся. Кайф. У нас сегодня, мы вчера до грязи сильно не доехали, поэтому должны сделать это сегодня. Зеленая Нива порвала гранату. Это чисто шестерочка, понял? Mm-hmm. Такая классика. 6/8. Как тебе выезд? Тестовый выезд. Все нормально, все абсолютно нормально. Ищи два ключа на 13. Итак, спустя очень много времени ползем на спуске. Осталось у нас 3 Нивы, квадрик уехал, УАЗик уехал. Так, наверное, даже будет быстрее. Да, мы все-таки хотим найти грязь. Хорошую, жидкую, вонючую. Да? Да. Все, испытайте эти. Мы едем за приключениями. Абсолютно верно. Время уже, ну, много. Ну, будем выезжать потемну, но это нормально. Смотрите, а! А? Вот он! Ситуация. Хатыпс. Мы выехали. Грязь. Сережа сразу сел, я его лебедил. Нивка объехала. У зеленки проблемы. Проблемы с лебедкой. Вот тут мы сидели. Хорошо сидели. Сейчас говорят, здесь 66-е лебедятся, поэтому нам тут долго, упорно, весело. С удлинителями, динамками и так далее. Она закисла, сейчас разработается. Нормально на маршрутик заехали. Предлагаю разворачиваться, это хуйня. Ну мы, блин, до завтра будем ехать, она не работает. Не, она не мотает. Короче, сегодня тестовый выезд Нивки неудачный. Лебедка плохо работает, нету контактов. Приходится молотком стучать, что делает сейчас Саша, чтобы она крутила. А нам еще 5-7 километров, поэтому... А мы только заехали, вон лес. Поэтому, наверное, сейчас разворачиваемся. Уезжаем на хребет. Вот так вот это все здесь. Уезжаем наверх, через хребты, выезжаем в горячем ключе и домой. Ну, к сожалению, вот такой выезд. Отдохнули, познакомились. Но, к сожалению, Хатыпс пока злой для нас. Нужно немножко лучше подготовить машину, обслужить и так далее. Очень крутой скалистый подъем. Но едут все нормально, потому что сухо. А там внизу уже дождик идет.
встретили единомышленников. Серега! Выезжают, мы вчера тут ездили, но сейчас едем чуть по-другому. Блин, это было просто. Это намного проще, чем показать. Я думал, ты сейчас делал. Не-не-не, там сантиметров 5 осталось. Блять, давай нормально зарубим все в лужу. Ну ты че? Где, поехали. Вот стабилизатор стукает. Да ладно. Назад, Серега, дай влево, влево и назад, потихоньку. Нет, на пневмо. Все. В общем, объясняю ситуацию в двух словах. Сережа, сейчас. Сережа понял, что можно долбить. Нам тут полчасика. Но 510-е тоже едут. Ну и пацанчики. В общем, даже если порвемся, все равно выйдем. Поэтому решили борзеть. Либо так, тоже имеет место быть, такой стиль. Вроде как по лесу выезжаем, по лайту. Тяжковато, вторая в пол сказал. Можно объехать. Кайфом. Парни объехали. Легко? Ребят, ну, собственно, заканчиваем это видео. Спасибо, что посмотрели. В общем, это были такие отличные, прекрасные выходные в компании отличных людей. Все хорошо, выехали без приключений. Маршрут кайф, Нивы топ. То есть, все хорошо. Спасибо, что остаетесь с нами. Ставьте лайки, комментарии. Конкурс обязательно проведем. Было интересно. Такой вот чисто маршрут выходного дня. Прям вот душевный. Всем спасибо. Пишите свои пожелания. Не знаю, будут ли еще в этом году у нас видео. Вроде никуда не собираемся. 4 января у нас по планам будет спринт. Тут местный, не такой небольшой этапчик. Он всегда проходит традиционный. Если вдруг не увидимся, всех с наступающим праздником, с Новым годом. У нас плюс 17
настроения, то есть и предчувствия Нового года никакого, но мы привыкли. А вас всех с наступающими праздниками. До свидания, всех был рад видеть.